Всем привет, ребята, с вами я, Дмитрий Плейдова, и мы сегодня играем в игру Океана Исхом. Это, наверное, игра такая, которая survival. Вот смотрите, вот я тут поправил машинку, вот так. Поехали. Это уже не всего надо сказать. Ну, ну, не едем. И что произошло с машиной? Подождите-ка. Автомобильное масло. А, понятно. Автомобильные ремни нужны вообще. Не, ну не едет вообще. Заглохло. Следите. Так. Технику тут. Да, надо. Мне не хватит на это все. А как колеса? Живучие. Колеса живучие еще. Люди живут. Колеса еще живут. Немного вообще пройдет. Вообще чуть-чуть. Давайте. Что это? Что это за? Что это за? Ничего себе! И там как-то прикольно. Надеюсь, там прикольно. Такое в первый раз вижу. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, это зомби. Ой, кто-то бежит. Привет.
быстрее, чувак. Как чувак, вот эти его. Ну пока. Зомбаря. Расскажите, когда я зайду на эту базу. Ладно, ребята, в следующей серии попробуем. Привет. Ой. Еще такие мощные, а. Прикиньте, они сейчас через забор пройдут. Сейчас они такие через забор пройдут. Это еще крокодильяна. Вот человек сейчас. Ну, ребят, в следующей серии попробуем дойти. Даже не расчет.